рамках национального проекта здравоохранения Видновскую клиническую больницу закупили новый магнитно-резонансный томограф. Покупка МРТ-оборудования позволяет клинике перейти на абсолютно новый уровень. Сделает наш город гораздо здоровее, мы меньше будем болеть, мы реже будем уходить на больничные, а это значит, мы работать будем еще с большим энтузиазмом. Как много возможностей с появлением замечательного нового современного оборудования в нашей Видновской клинической больнице. Магнитно-резонансная томография – метод исследования внутренних органов и тканей. На современном аппарате пациенты могут проходить диагностику органов брюшной полости, малого таза, позвоночника, конечностей, суставов, головного мозга, не покидая стен больничного корпуса, что очень удобно при прохождении лечения в стационаре. Для того, чтобы пройти обследование на аппарате МРТ, нужно направление от лечащего врача. Все как обычно, значит, сначала нужно записаться к доктору, потом доктор назначает определенный вид исследований, определенную зону исследования, ну и дальше записывать ячейку, и дальше можно проходить исследование. Современный аппарат обладает встроенной системой шумоподавления. Весь процесс полностью автоматизирован. Результаты обследования видит врач и лаборант на мониторе компьютера. Перед прохождением МРТ пациент должен проконсультироваться с врачом-рентгенологом. Первое, когда приходит к нам пациент в кабинет, первое, что мы спрашиваем, это анамнез пациента, его жалобы. Это основное, на что мы ориентируемся в работе с пациентом. А затем спрашиваем о противопоказаниях к исследованию. Основными противопоказаниями это является наличие металлических предметов в теле. Спицы, стенты, шунты, кардиостимуляторы. Необходимо удостовериться, что именно в теле пациента металлических инородных предметов нет. Новое современное оборудование помогает медицинскому персоналу правильно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.